Летим в Сочи, рейс задержали на полтора часа уже. Погода жесть. Привалило снега очень много. Нас обработали, видите, специальным составом, чтобы не обледенели крылья. И мы смогли прилететь и приземлиться. Ребята, всем привет из Сочи. Мы летели сюда целых 2 часа. Когда так долго летишь, хочется, конечно же, прийти в баню. Сейчас мы вам покажем, куда стоит ходить первым делом, когда вы прилетаете в Сочи. Ром, привет. Привет, Сань. Че, как дела в Сочи? Я прилетел в Сочи и не одел даже носки, потому что в Сочи, когда летишь, не нужно носки одевать. Так, Рома здесь уже был, да, Ром? Да, я был здесь. Как тебе British Bunny? Да, очень понравилось. Ну, ты здесь был днем. Здесь был с семьей, да. Говорят, что здесь ночью совершенно другое. Другая ночью атмосфера. Да. Ну, хочу посмотреть. Расскажите, пожалуйста, как получилось создать такое место? Как вообще в голову пришло British Bunny? В 96-м году я приехала первый раз в Красную Поляну и попала в баню подобную, вот как наша. И у меня была мысль такая, что я хочу такую, только лучше. Вот я по первому образованию экономист, в бизнесе с 18 лет, я никогда никого не работала. А потом психотерапевтическое образование 2. И умение передавать, анализировать, структурировать. И оно как-то все вот так в комплексе получилось. Смотри, здесь город даже видно. Баня находится на горе, и видно все склоны вокруг. Очень здорово. Мне кажется, здесь днем вообще другая картина. Да, днем здесь просто банные шапочки. Новый формат. Это чайная зона. Сколько лет вы это делали? Ой, до сих пор еще делаем. 12 лет. Значит, купили у нас своя родная родниковая вода. Прям реально родник на участке. Это счастье, повезло. Класс. И вот здесь купили еще, да? И здесь купили чан, да. Ребят, самое главное, посмотрите, что там наверху. Горы. Вот мы их не видим, а вы их видите, потому что у меня камера светочувствительная. Да, сумасшедший. Очень круто, кстати. В баню в горах я еще не ходил. О, смотрите, здесь ручеек. Вас будут парить банщики. Как вот. Вкусно у вас здесь пахнет. Да, а перед этим вы пойдете в арому парную. Большинство сюда приходит днем. Знаете, как бы нам не досталось дня, нам досталась ночная сказка. И хорошо, что у Сашки крутая камера, и мы реально можем захватить и показать вам то, что даже мы не видим своими глазами. Это место, тут есть свои устои банные. Когда ты идешь, сначала паришься, распариваешь тело, потом ты переходишь, где уже более другой пар, жесткий. И вокруг такая красота неописуемая. Взять на компанию – это просто обязательно, потому что такие вещи запоминаются на всю жизнь. Давай! Давай! У меня даже вселенная все зло выгнула. В вашем лице. Спасибо. Давай, будь здоров. Слушайте, ребят, то, что до этого я ходил в баню, оно это как бы другое немного, это не баня. Ребята, что вы с ним сделали? Это прям какая-то, я не знаю. То есть ребята просто взяли все техники, какие можно использовать, начиная от мануальной терапии, массажа. Применяется всевозможный там мед, соль, короче, столько всего, что ты просто в какой-то коловорот событий попадаешь, тебя просто на тебя кладут, наливают. Ну, в общем, я не буду спойлерить, просто придите в British Bunny, берите Феникс. Это топ. Вот ребят, у них столевары были, они, ну, это жесткое такое парень, а у меня прям вот лайтово. Особенно женщины, дети, и просто кто типа не любит баню, вот приходите, сделайте Феникса, баню сразу полюбите и будете ходить каждый день. Они реально тебя протирают травой, ты какой-то, ты скрипишь, как капустный лист. Реально тебя настолько вымывают, что просто по тебе так... Мишаня, ты не ходил еще? Нет. Не, иди вообще. После просто... твоих рассказов уже захотелось.
думаешь, ну как в Сочи душевно встречают? Шикарно, я так вообще ни разу не ездил. Смотрите, что делает Цихла. Она очищает себе домик. Она достает оттуда камешки. Вот, камешек. Видели, она камешки вытаскивает? То, оказывается, рыбы умные. Все, поселилась в домике из кокоса, который мы вчера 4 часа вываривали. Рак сидит вот там, самка. Ей очень понравилась эта норка. Она прям там поджала уже хвост и сидит. Смотрите, какое движение происходит в аквариуме. Это говорит о том, что рыбы очень голодные. Ты что, на булавку прицепишь сельдь? Угу. Ой, я опускаю. Пустил? Да. Начинается самое интересное. Первые каспийскую селедку стали есть. Водоросли ели. Очень странно, конечно. Пришел рак на разборы. Пытается унести селедку. Первые они поняли, что это можно есть. Пока только мелкие. Но у них не хватает зубов это прокусить. Наконец-то большие пираньи принялись за дело. Каспийская селедочка им по вкусу, я смотрю. Каспийская селедка пострадала значительно. Кто у нас тут новенький? Донателло и Рафаэль, да? Это муксусные черепахи. Они не вырастают больших размеров. Когда у них стресс, они выпускают муксусный запах, защищаются тем самым. Ничего, выпускаем? Да. Давай. Страшно? Ну, такое. Да давай, не бойся. Не пора. Что-то она как-то неуклюже плывет. Ну, потому что ей тяжело, там течение, она маленькая. Пипец, она мелкая, да? Угу. А вода, знаешь, как холодная? А лапы острые, просто нереально. О, это умная, она спряталась. Ну, в домик он посади ее. Твою мать, блин. Че? Ну, она когтями своими как выпустила на меня. Все, она села на дерево. Классные они, да? Да. Буквально через несколько секунд черепаха приступила к пиршеству креветками. У нее ужин. Так, сейчас я глотну воздуха чуть-чуть. Мне надо подышать. Так, дальше есть креветку. Привет. Привет, рыбы. Привет, рыбы. Креветка-то больше, чем она сама. Походу, тебя в зоомагазине не кормили. Ну, явно креветками не кормили. Все, у нас любимцы появились в аквариуме однозначно. Это самые активные существа за все время, которые я видела в аквариуме. Вот нас привез, Ром. Спой! Смотрите, мы сейчас находимся где? На Розе Хутора. И посмотрите, какая здесь красота. Утра заселяемся. Здоровые, свежие, не пившие. Отлично. Красота. Пойдем, я тебе покажу. Вау, братишка. Что ж, дружище, ну это прям вот уровень. Ух ты. Ты посмотри. Душевая ванна. Отличный подгон. О, тут река. Кайф. Спокойной ночи, Саня. Давай, спокойной ночи. Горнолыжные курорты начинают работать с 9. Санек просыпается в 10. Есть одна проблема. Мы не стыкуемся. Посмотрите на эту красоту и запомните, это, наверное, единственный раз, когда я был в Сочи, чтобы было так круто. Это просто бомба. Представляете, какой здесь воздух? Почему я в этой штуке? Да, кажется, как будто холодно, но на самом деле нет. Мы сейчас с Мишей берем тренеров, профессионалов, которые нам покажут, как улучшить свою технику. Катаемся 2 часа, обучаемся, а дальше едем просто и кайфуем. Это Роза Хутор, это Сочи, Красная Поляна. Что, ребят, мы получили только что скипасы, и сейчас поедем. Давай, самую давай. Красоту. Примерно так же я себя чувствую каждое утро, когда в Сочи.
Не представляете, какой кайф просто стоять здесь и понимать, что ты сейчас отправишься наверх. Пришли взять прокат. У меня есть ботинки, у Санька ничего нету. Есть ли смысл с собой таскать лыжи каждый раз? Саня, смотри, лыжи покупать и носить с собой, если ты не катаешься где-то в Москве или еще что-то, вообще никакого нету. Намного выгоднее приезжать каждый раз, брать в аренду лыжи последнего сезона, последней модели. Их не надо парафинить, за ними не надо ухаживать, их не надо хранить, ничего не надо. Приехал, взял лыжи, покатался, сдал, налегке поехал домой. Ботинки обязательно нужны, да, потому что это чисто индивидуальная вещь, они формируются под твою ногу, и в них должно быть комфортно. Андрюх, привет. На чем будем кататься? Мы надеемся на твой профессионализм. Давай мне что-нибудь такое, чтобы все отстегивалось, чтобы я не разбился. Такие ботиночки тепленькие. Ну да. Огонь. Перед вами чемпион Формулы-1 Михаил Серегин. Миша, а нахрена ты в лыжи оделся? Ребят, смотрите, какая дебильная походка у Миши. А это походка лыжника. Этим мы и отличаемся от сноубордистов. Денис Ставицкий. Да. Я, короче, у меня техники вообще нету. Я такой пару раз с инструктором катался и пару раз вообще катался. Вот, Миша, он профессионал, он по черным трассам гоняет, ему что-нибудь пожестче. Ну, на жопе. Синий-зеленый трасса подходит, да? Синий-зеленый трасса, да. Все отлично. Готовы? Да. Тогда стартуем. Какая же красотища, а, ребят. Вот это просто топчик. Сейчас мы будем вот здесь, смотрите, просто лететь. Здесь Миша с одной стороны, с другой я. Да. Вы сможете здесь проехать? Мы, да. А мы? Вы любите сноубордиста? Да, всех люблю. Красава. Давайте скинем одного сноубордиста. Единственного. Попробуй дверь открыть. Как ты к нам забрался, скажи? С трудом. Ты же видишь, лыжники едут, ну. Где уважение? Это что за селекция по... спорту. А вообще на сноуборде катаешься, а не на лыжах? Катался на лыжах, просто мне не зашло. Потому что я на кайте катаю. Не, ну подожди, лыжи — это аристократия, там все дела. Не, ну лыжи на самом деле покруче сноуборда, потому что скорость тянет на них можно лучше. Красава, бро! Ну, я пока до верха дойду, уже переобуюсь полностью, да, веру поменяю. Да-да-да, Миша, видишь, как мы действуем? Агитировали, да? Да, красава. Чувака. Ребят, обязательно надо размяться. Для чего? Для того, чтобы мышцы, все остальное были готовы, наши связки, самое главное, чтобы не рвались и так далее. Ну и чтобы наш организм пришел в тонус. Кстати, профи все разминаются, и поэтому мы тоже разомнемся. Слушай, скажи, вот эти лыжи как мне вообще по ростовке? По ростовке порядок, по уровню тоже хорошо. Но это более такая, она пожестче, да? То есть тяжело на таких лыжи катах. Хорошего уровня, да, выше среднего. Как это? Новичкам вообще стоит такие лыжи брать? Или как? Все-таки надо какой-то простой новичкам уровень? Новичкам нет, она для новичка слишком жесткая, слишком требовательная. Бояться задавливать носок лыжи. Это не надо бояться, потому что вот, здесь мы встали. То есть вперед ты никогда не упадешь? Да, вперед не упадешь. Но назад ты тоже не упадешь, но это неправильная позиция. Вот, стоечка всегда впереди. Давай, Миш, не ссы! Давай. То есть, короче, надо всегда быть вперед, да? Пенсионером, да. Красавцы, пенсюки. Поэтому я взял тренера. Твои ощущения совершенно непривычные первый раз. За год открываешь сезон. Ощущения к склону. Так что первый спуск на спокойной скорости. Можно сказать, разминочный. Ты
Всегда надо разбирать свои ошибки. Я сейчас вот сделал прокат. Когда учишься самостоятельно, ты не видишь со стороны свои ошибки. И обязательно кто-то их должен показывать тебе, указывать, и их нужно исправлять. Сейчас сделаем поправку, что это первый спуск после долгого перерыва. Особых ошибок нет. Может быть, чуть-чуть нужно держать пошире лыжи. То есть не подставлять внутреннюю ногу очень близко к опорной ноге. Ну и побольше приседать, вставать. Но это сейчас придет. Раскачаемся, разгонимся. Супер, погнали дальше. Сейчас находимся на отметке 1600. Здесь большая зона катания, куча подъемников. Слева, ваше внимание, мужской олимпийский спуск, справа женский. Там уходят зеленые, синие трассы, массовые. На фоне большого кавказского хребта. Ноги трясятся. Блин, страшно даже вообще. Ну, это действительно одна из самых сложных трасс. Я не знаю, камера передает, нет, но уклон здесь вообще сумасшедший. Самая приятная часть каталки. Приятная часть каталки — прийти домой, снять ботинки. Да. Ой, красота-то какая. Чего вот люди забираются в горы и съезжают с них, Миш? Не знаю, вообще дураки. Делать нечего. Нет бы на работе сидели мне. Как тебе горные лыжи? Скучно. Я только что снимал, такой думаю, вот как классно. Не, на самом деле очень красиво. Мастер-класс от профессионала. Как очень часто лыжи воруют, поэтому можете сделать так: поменяйте с партнерами одной лыжной, как мы сделали, и поставьте в разные места. То есть один там ставит, другой здесь. Заехали на завтрак, потому что, честно говоря, я сегодня не успел позавтракать, так как инструктор был в 11, а разбудили меня ровно без 15-11. Ну, мы уложились, заказали себе супчик. У меня суп из цыпленка, у ребят борщ с пампушками и салом. Парни, отдадите один кусочек сала? Без проблем, забирай. Сань, ну скажи, свежий горный воздух тебя все равно привел? Да, не, посмотрите, сейчас я вам просто покажу вид здесь. Зацените эту красоту. Ребят, это космос. Я уверен, что камера вряд ли такое сможет передать. На розовых хуторах это всегда самое очевидное. Сань, как доехал? Давно сижу. Ну что, у нас операция по возврату в магазин. Да. Пираньи-убийцы, решил их отдать. Для этого вызвал специального, самого лучшего охотника на пираньи. Мне кажется, у тебя шансов ноль. Ну, посмотрим. Надо пробовать. Это даже не цихлы. Они шустрые, как собаки. Загонять. Как... Можешь слить воду нахер? Да это... Нет, это будет, я думаю, долгая история. Пока. В общем, я решил все-таки дать жизнь нормальную всем рыбам. Хочется, чтобы выросли змееголовы. Цихлиды, может, потом спрятались под камень. Заныкались. Сейчас мы с двух сторон перегораживаем. Обложим. Три штуки там. О, есть. Первая с почином. Рыбалка открыта. Как думаете, если я палец сон откусит? Да нет, я сейчас не до того. На стрессе. О, еще добрался. Хорош. Слушай, ты профессионал. Да, слушай. Не зря я тебя позвал. Итак, у нас две пираньи. Слушай, ну я тебе как бы это... в аренду отдаю бесплатно, потом назад заберу. Они у меня все по именам, поэтому ты их не обижай. Чипованные. Да, ты их не обижай, корми хорошо. Желательно, чтобы они таких же размеров остались.
пиранью паника, она не знает, в какой из сачков пойти. Вверх дала. Все, 10-й было. Из больших. Началось кислородное голодание. Ведь они всплыли и очень хотят дышать. Сейчас решаем эту проблему. Думаешь, мне сейчас полегче станет? Конечно. Естественно, станет. Но все другое дело. В общем, решили использовать фонарь, чтобы слепить рыб временно. У нас тут шоу «Поймай пиранью с фонарем». Собственно говоря, наш улов сегодняшний – пираньи. 10 крупных и мелких. Нормально ты. Уже опыт применяешь, да, кастрюли. Из такой посуды легче выловить значительно. Насытилась вода кислородом. Пробили. Они? Да. Скотчем давай залепим. Так, а у нас, кстати, тут еще кормовые. Всем доброе утро! Вернее, уже день. Мы позавтракали. Мы сейчас едем на «Газпром» в бассейн. Хотим просто поотмокать. Но мы вчера нормально так покатали, ноги болят. Живем мы, кстати, в Рэдиссоне. Очень удобно. Смотрите, вот отель, а вот подъемники. 50 метров 70. И вы на горе. Очень классный бассейн на «Газпроме». Галактика с горячим бассейном. Да, да, да. Погнали. С шикарным видом на горы. И let's go! Киевская вечеринка. Сосиски жрём, пати. Я поднял денег в казино Сочи. И мы сейчас пройдем следственный такой эксперимент. Держи, это тебе. Это $100, 7 тысяч рублей. Это тебе. И мне 25. Нет, это тебе, и это мне. Мы сейчас идем, ставим на красное, либо на черное. Каждый выбирает сам аппарат. А стол тоже выбираем? И стол сам выбирает. И либо мы вдвоем все, да, и получаем 800 баксов, либо мы ничего. Погнали. Слил? Серьезно? Да. Он слил. Ноль? Кирюха выиграл. Ты выиграл? Красава, бро. Итак, Миша поставил на красное. Смотрим красное. Красное, 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 красное. 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 Давай, бро. Удовольствие получил. Класс вообще. Конечно же, я тоже поставлю черное на черное. Эта стратегия принесла мне 7 тысяч рублей. Поэтому можете просто раздать друзьям. Им прислал это фан. Кто-то проиграл, он расстроился. А те, кто выиграли, они прям кайфуют. Кто платит за счет, скидывайте на камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А вы вдвоем. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Поздравляю тебя, Саня. Красава, брат. Ребят, 75 тысяч рублей выиграл. Для всех тех, кто меня смотрит, и ваших близких, Роза Хутор специально разработала пакеты с кучей бонусов. Ссылочка в описании, переходите и катайтесь в удовольствие. Сейчас запущу мальков. Это специально кормовая рыба продается, для того, чтобы крупная рыба ей питалась. Но также есть многие животные, которые едят только живую пищу. Я их запускаю, потому что змееголовы хочу, чтобы хорошо быстро развивались. Пираньи вроде всех убрал, осталось 3 штуки. Так как они стайные рыбы, то втроем, скорее всего, они не будут ни на кого нападать. Но по-хорошему мне надо их все равно поймать и отдать. Я их даже сейчас не вижу, куда они делись. Вот так выглядят рыбки. Все, выпускаю. Здесь 100 рыбок. 100 рыбок выпущено. Сахриды тут же принялись ловить мелких рыбешек. Она и не залазит в рот, но сахриды это мало смущает.
тоже охотится. Да, Змееголов пытается тоже поймать кого-то. Цихлиды очень любят убежище. Используют и кокосы, и что угодно. Самые выросли уже, смотрите, какие стали. А это мелкая пиранья одна охотится. Но ничего сделать не может, потому что они всегда толпой охотятся. Никого поймать абсолютно не способны. Может, только кусок откусить. Ребята, я поздравляю двух победителей. Первый из них раньше всех разгадал все тайм-коды и получает 10 тысяч рублей на карту. Обязательно свяжитесь со мной, напишите мне в Инстаграм или на почту. Второй победитель, просто я выбрал рандомный комментарий, который относился к этому выпуску, и отправлю ему также 10 тысяч рублей. Мы продолжаем играть в этом выпуске, поэтому как можно скорее отгадывайте все пасхалки, так называемые вспышки, которые появляются в 25-м кадровом видео, а также пишите любые комментарии, которые относятся к этому видео, и опять выберу двух победителей, каждый получит по 10 тысяч рублей. Что, желаю всем удачи. Чуть было не забыл, обязательно поставьте лайк и сделайте репост этого видео. Перед тем, как отправлять деньги, я обязательно это проверю. И если вы не выполнили все условия, то, соответственно, вы не победитель.